Итак, случилась у нас беда. Не работает прикуриватель в подлокотнике. Перерыв половину интернета. Ничего хорошего не нашел, ни одного отзыва. Где же в этой машине стоят блоки предохранителей? Гениальное решение. Вот, по привычке нырнул в багажник. Тут у нас вообще ничего. То есть не открывается, ничего не достать. Вот. Ну, вспомнил всех родственников Лендровера. Ну, в итоге нашел. Поэтому, господа, ничего страшного, конечно, но держитесь. Значит, открываем нижний бардачок. Вот. Здесь, значит, смотрите, есть вот такая вот штука. Вот ее нажимаете. Вот она не нажимается. Нет, не нажали. И вторая же, такая же. Есть штука вот здесь вот. Тоже ее нажимаете. Вот. После этого у нас гениально открывается бардачок. Вниз. Вот так вот, чтобы все понимали. Даже есть у нас инструкция, где теперь искать предохранители. Ну, дальше вот эту вот резиночку вынимаем. И вот они, наши чудо-предохранители. Сразу для облегчения все прикуриватели находятся вот они. Двадцаточки. Вот первая двадцаточка это... Ой, как свет бы добавить. Первая двадцаточка это как раз подлокотник, вторая двадцаточка это рядом. Все. Так что пользуйтесь автомобилями Land Rover. И не расстраивайтесь, если ваше зарядное устройство от телефона сожгло предохранитель. Все достаточно просто. Просто нигде не написано про это.